Твери стало больше еще на одну школу. В этот четверг свои двери для учеников открыл центр образования номер 56 в микрорайоне Южный. Учебное заведение посетил губернатор Тверской области Игорь Руденя. На месте побывала и наш корреспондент Наталья Чекет. Первый учебный день для ребят в новой школе скорее вводный. Они знакомятся со своими одноклассниками, преподавателями и, конечно, школой, которая построена с учетом всех современных требований. В новой школе все предусмотрено для гармоничного развития детей. Оборудованы кабинеты, актовые и спортивные залы. А также здесь есть бассейн на две чаши, где занятия могут проходить одновременно. Алина Лукьянова перевелась в центр образования номер 56 из 49-й школы. Девушка говорит, что новое учебное заведение – это школа будущего. Я никогда не видела таких хорошо оборудованных классов. Я никогда не видела таких хороших интерактивных досок. И мне очень понравился классный руководитель. Мы посмотрели кабинет химии, проходили рядом с кабинетом биологии. Я была очень удивлена тем, что в них есть краны с водой, потому что у нас такого в школе не было. Оборудование очень хорошее. О таком можно было только мечтать. Школа построена по инициированному президентом России национальному проекту образования. Сейчас здесь учатся ребята с 1 по 3 классы и с 5 по 8. С 1 сентября в школу будут набраны учащиеся всех классов. Практически в два раза увеличится количество педагогов. Школа вот уже родная, замечательная. И мы хотели встречи с нашими детьми, наконец-то она состоялась. И надеюсь, что действительно это будет таким замечательным домом. Хочется, чтобы вот эти люди, которые сейчас пришли, это люди будущего, чтобы они себя реализовали в этой жизни и с помощью того, что в этой школе для них предоставлено. Губернатор Игорь Руденя и сенатор Российской Федерации Людмила Скаковская осмотрели кабинеты, актовые и спортивные залы, библиотеку, столовую, бассейн и другие помещения, пообщались с учениками школы. Школа для вас стала вторым домом, чтобы друзья здесь нашли себе новых. Чтобы было интересно, учителей надо слушаться. Кроме учебных кабинетов, в школе много разработок для дополнительного образования детей. Кукольный театр, медиа-центр, где ребята будут издавать школьную газету и делать школьные новости. Есть такие направления, которые можно выбрать в своей будущей профессии. Это кабинет автодела, который укомплектован новыми разработками. И такого кабинета нет ни в одной школе города. Поэтому мы рады, что мы первые пробуем, будем сотрудничать с автошколами и, возможно, уже давать возможность детям получать права. В этом году в Тверской области планируется открыть еще 3 школы на 650 мест в поселке Максатиха, деревне Вахонина и селе Дмитрова гора Конаковского округа.